левой стороны. С левой покажешь. Я не могу перевести с левой, да? Правый поворот, я на дальнем на левой. Ну, как бы, в принципе, в этом, что ионизация идет греба на суше, то есть для зимней подготовки это больше. Вот именно с подъездом. Много не фотографируйте, слева, это же... Вот мы вернем. Вот, собственно говоря, всю зиму мы вот этим занимаемся. Вот на тренажерах. Но могу пойдать, чтобы демонтировать. Давай. Тренажеры эти, к слову, в эпосе, ну, самые топовые, считаю. В принципе, у нас 3-4. Это все фигмы тоже. Вот, это, наверное, датская, если я не ошибаюсь. Да, но у нас начальник все это делает. Опять-таки, для детей, когда воды нет, это вот, что не есть, у нас самое базовое.